Живописная Махачкала, выставка с таким названием, проходит в столице республики. Эта экспозиция – результат объединения коллекций двух музеев Дагестана – изобразительных искусств и истории Махачкалы. Это работы признанных мэтров и молодых авторов. Они знакомят зрителя с городом, каким он был в 50-х годах 20 века и каким стал сейчас. Увидеть экспозицию можно до 24 октября в Дагестанском музее изобразительных искусств.